растение бессмертия, его второе имя. Ради алоэ, по легенде, был захвачен целый остров. А еще этот зеленый экстремал отлично чувствует себя там, где другие растения просто не могут существовать. Нам бы поучиться у него стойкости, но лучше подумаем, как алоэ можно использовать во имя красоты. Он из рода суккулентных, то есть то, что способно накапливать в большом количестве жидкость. Поэтому используется сок этого растения в промышленной фармации, в частности, именно концентрат субур. Популярный среди корейских красоток универсальный гель из алоэ может содержать до 99% этого сока. Одна такая баночка легко заменит и крем, и маску, и средства для волос. Алоэ также можно найти в составе различной косметики, начиная от патчей для глаз, заканчивая биби-кремом. Регулярное использование подобных средств обещает принести не только увлажняющий, но и омолаживающий эффект. В нем в большом количестве содержится витамин С, катехины, бета-каротины, точно так же большое количество макро-микроэлементов. Все это способствует хорошему заживлению, регенерации и активации иммунной системы. Первое, где вы можете его использовать, это, например, солнечные ожоги. Репарация кожи усилится в несколько раз. Если на вашем подоконнике давно поселился этот зеленый дружок, не спешите варварски ломать ему листья ради заветного сока. Специалисты уверяют, что все полезные вещества из свежего алоэ очень плохо будут усваиваться кожей, а вот кремы и маски с его экстрактом станут отличными помощниками в борьбе за красоту. Не стоит забывать, что алоэ – это биологически активная добавка, а вовсе не панацея. Поэтому, если есть реальные проблемы, лучше обратиться к специалистам, а народные рецепты оставьте блогерам и бабушкам.